Арсенал разгромил «Спартак», «Спартак» разгромил стадион. Матч 30-го тура российской футбольной премьер-лиги, прошедший накануне в Туле, запомнился не только крупной победой канониров. Об этом расскажем сегодня после выпуска новостей в программе «Передача». Не менее ярким было и то, как фанаты красно-белых вдоволь погуляли по Туле до матча. В том числе не обошлось без происшествий и на стадионе. Юрий Зайцев продолжит тему. Жечь во всех смыслах этого слова фаны «Спартака» начали еще за день до матча. 21 мая с самого утра город окрасился в красно-белые цвета. Кто-то мирно гулял по Туле, фотографировался, кто-то сразу же обосновался возле стадиона. Гораздо громче и активнее болельщики себя вели, естественно, возле спортбаров и кафе. Там фаны показали Туле всю радость по поводу чемпионства красно-белых. Догадаться, по какому маршруту шли к стадиону фанаты, было просто. Они оставляли после себя запах гари, кучи мусора и осколков, сломанные дорожные знаки. На самом стадионе было еще жарче. Болельщики забрались на ограждение, жгли фаеры, спалили флаг Арсенала, а после решили устроить большой костер из кресел. Повредили москвичи 150 сидений, ну а после финального свистка, счастливые последние несколько туров, они ринулись на поле. Их поддержали, кстати, и некоторые тулики. Им тоже было чему радоваться. Москвичи растащили ворота на сувениры, повредив при этом систему подогрева поля. Вопрос о выплате компенсации может быть решен на заседании КДК. А что касается сломанных ворот, то в клубе, по нашей информации, заранее были заказаны новые. Юрий Зайцев, Сергей Стариков, Тульская служба новостей.